Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Tower Conquest и забегаем в тренировку для того, чтобы забрать всех наших бойцов, которые у меня тренировались. Авось кто-нибудь да получит себе апгрейд. Пока ничего нет, ребята. Это видно по вкладке «Армия». Когда что-то получается, там звездочка загорается. Ну что ж, давайте заберем один гем. Ух ты, еще 4 гема. Это сколько у нас получается, ребята? 14 гемов. Вау. Как представишь, сколько, ребята, нужно еще пройти путей, чтобы получить 500 наших гемов. Что-то игра немножко подлагивает, я смотрю. Непонятно почему, ребята. Так, ну что же, смотрите, у нас с вами награда. Это 30 карточек на домик, на замок, да. И посмотрим, что нам выпадет из сундука. Так, ребята, ну что же. Богиня солнца, черепаха, замок, замок и фехтовальщик. Плюс 25 тысяч голды к нам на карман. Давайте посмотрим, кто у нас будет следующим противником. Какой уровень у него будет. От этого мы будем с вами плясать. Ё-моё, практически мой уровень. И у него еще, ребята, термин. Ой, ну да, термин 9092 уровня. Слушайте, нам нужно, знаете, что с вами сделать? Наверное, взять... Так, а здесь еще и некро. Блин. Ладно, ребята, я возьму именно вот этот отряд, потому что у меня база с очень хорошей ультой, и я думаю, что здесь у нас все пройдет идеальненько. Я думаю, что мы все-таки сможем победить этого противника, хотя, судя по тому, какая у него база, не прокачанная. Так, вышел самурай первый, да? Я буду, наверное, вызывать мага-рыцаря. Посмотрим. Так, а вот это вот уже плохо. Ребят, вот это уже плохо на самом деле. Сейчас он подорвет всех. Зомби вот этот вот. Нет, никого он, ребят, не подорвал. Отлично. Тогда мы с вами продвигаемся дальше. Мне нужно как можно быстрее, наверное, все-таки, ребят, призвать сюда нашу ведьму. Вы, наверное, со мной согласитесь, да? Так, посмотрим. Давай вызовем еще раз мага-рыцаря. И будем уже вызывать нашу ведьму. Да куда ж ты бомбишь? Вот, вот, правильно, молодец. Бум, подорвался. Хорошо, ведьма, пошли. Пошли, нам пора с тобой делать великие, так сказать, дела. Ну-ка, Ронин? Нет. Ронин вышел на расслабоне. Слушайте, ребят, ну я могу сказать вам уже, что здесь будет победа за нами. Ну, посмотрите. Что он тут сделает? Ничегошеньки. Так. Да, мы подбили. Подбили вражеский замок. Я надеюсь, Почему пятое? Почему пятое место? Вот как меня вот это, ребят, напрягает на самом деле. Почему мне дают всегда пятое место, блин? Не могу никак выбиться в топ. Так, ну что, у нас, ребята, ежедневное испытание. Но я думаю, что мы на него сегодня с вами не пойдем. Потому что... Или идти все-таки. Я даже не знаю. У нас маг-рыцарь прокачан по полной программе. То есть, соответственно, нам зарабатывать. Единственное, что мы можем получать опыт и деньги, которые нам тоже нужны. Но, наверное, давайте мы начнем все-таки... С основной сюжетки. У нас тут еще ее просеты проходить и проходить. Мы хоть что-нибудь с вами прошли? Да. Или нет? Нет, ребята, не прошли. Мы с вами остановились на новом телепорте. И в данный момент у нас локация фабрика, да, роботов. Ну что же, давай смотреть, кто тут у нас и что тут у нас. Так, щитобот, репульсор, толкатель и бомбер. Так, если ему... Нет, этот отряд не годится. Этот пока тоже, наверное, подождет. А вот эти вот ребята смогут справиться? Я думаю, что вполне. За счет друидки мы должны здесь, наверное, все-таки разрулить ситуацию. И причем довольно легко. Так, давайте, ребята, пытаться. Пока никого не вызывает он, это хорошо. Так, вышел щитобот. Ага, и репульсор вместе с ним. Ну что ж, давайте тогда мы сделаем вот так. И, скорее всего, мне здесь надо призвать еще в помощь нам. Давай так вот попробуем. Через нашего молотильщика. А и молотильщика сейчас завалят, ребята. Сейчас они завалят. Так, всадник на журавле. Нам должен здесь очень хорошо помочь. Нормуль. Так, бомбер идет. Сейчас начнет тут станет оглушать, да? А я вызываю еще одного паладина. И вот так сделаем с вами. Карточка на бомбера нам выпала. И давайте последний раз вот так сделаем. И будем уже вызывать друидку, ребят. Толкатель вышел. Так, сейчас начнутся толкушки, побрякушки, да, и так далее и тому подобное. Бум. Ладно. А если мы вот так сделаем, что ты на это скажешь, парень? А? Что ты скажешь? Что ты сможешь сделать против моей друидки? Наверное, ничегошеньки. Хотя, толкивает он все-таки потихоньку, полигоньку, да? Так, давай-ка еще вызовем всадника на журавле.
Так, щитобот. Вау, ты смотри, ребята, паладин повесил щит на мою друидку. Это круто. По-моему, я такого раньше не видел, чтобы он делал. Так, ладно, ребята, у нас мало времени. Я смотрю, у меня только лишь всадник на журавле там развлекается, а остальные почему-то и в ус не дуют, ничего для этого не делают. Так, бомбанули, нормуль. Давай вот так вот сделаем. Отличненько, все хорошо. Сейчас у меня тут, по-моему, всадник на журавле базу-то ему и разбомбит в одно лицо, как говорится. Нет, молотильщик подбегает и помогает. Да, ребята, разрушение неминуемо. Ну что же, отлично. 6400 мы с вами получаем. И последний завершающий этап. И здесь 97 уровня термин 9000. Поэтому, ребят, с вашего позволения, я, наверное, возьму вот этот вот отряд. Как говорится, отряд дамагеров. Как можно быстрее нужно нам его забомбить. Но это будет очень сложно. 97 уровень, блин, с его массовыми атаками, причем дальнобойными. Вот это не стоит забывать. Ладно, может быть, мы попробуем с вами сейчас по максималке быстренько заработать ману. Не дают. Нам, ребята, этого не дают. Не позволяет просто сделать. Так, все, максимальную ману я, ребята, накопил. Сейчас только надо вызвать будет ведьму и как можно быстрее попробовать продвинуться. Так, тут еще и бомбер вылетел. Ульту я пока, ребята, тратить не буду. Пока я ее тратить не буду. А, неудачно, конечно, получилось. Придется, ребята. Так, Ронин, давай, выбегай. Нет, он, ребята, идет еле-еле. Так, давай тогда попробуем через зомби. Сейчас, кстати, стопудово выйдет сам термин 9000. Мне почему-то так кажется. Нет, вот, вот он, ребята, явился. А давай-ка мы его немножко оглушим. А что это он так упал-то у нас быстро? Я не понял, в чем проблема-то была? Кто его так расфигачил-то? Слушай, ну это изейший проход, ребят. Изи катка, я бы так сказал бы. Ну вы сами видели, да, термин 9000. Он просто ничего не успел сделать, хотя на самом деле он жесткий парень. Фух, забираем тогда наш сундук роботов и смотрим, что нам здесь достается. Ну, ничего, ребят, такого выдающего здесь, кроме денег. Деньги, конечно, нам нужны. И мы переходим с вами на карту подданных. И давай посмотрим. Так, здесь у нас, значит, начинается с грифона и с паладина. И все это дело заправлено 97-96 уровнем. Давай-ка мы, наверное, с тобой рискнем взять вот этот вот отряд. Я не знаю, баллиста, насколько будет хорош против его грифона. Но мы должны с вами что-то сделать. И жнец меня, конечно, немножко здесь расстраивает. В плане того, что он босс. Ну, он хороший босс, но не дотягивает. Не тот уровень, ребят. Так, значит, будет грифон, да, здесь? Можем с вами попробовать перестраховаться. Вот для начала так сделать. Ой. Погоди, 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 погоди. Давай, 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 Джиггернаут, выходи. Отлично. Хотя бы вот так, ребята. Так, баллиста, ты главное бомби. Вот, по грифону доставай. Остальное все ерунда. Так, ну смотрите, ребята, урон, ну, минимальный наносит баллиста. Упс, куда ж ты сунулся-то, дурила ты деревянная. Ай, ничего не поделаешь с этим. Ты смотри, какой у него паладин мощный. Мы его вообще не можем пробить. Ему щекотно просто-напросто от моих ударов. А ну-ка, грифончик, давай-ка, помогай. Нечего там расслабляться, сидеть в кустах. Блин, офигеть, это только одного паладина разобрали, блин. Ну-ка, давай, голем, выходи. Так, давай вот так вот, оп, отлично. Поменялись, как говорится, да, ребята? Что мой грифон сработал, что вражеский сработал грифон на смертельный хрип, можно так это назвать дело. Ну, а база, как мы видим, сама по себе ватная. Мы ее сейчас разберем. Расстреляют мои баллисты просто-напросто. Не дадут шанса ему на выживание здесь. Да, ребята. Ну что же, отлично. Первый этапчик у нас прошел хорошо. И мы перемещаемся с вами на второй. Здесь у нас жрицы нам еще тут не хватало. Ты представляешь, мы паладина и так еле разбираем. А плюс еще со жрицей это будет очень-очень жестко. Она будет постоянно захиливать. Причем отхил у нее такой, довольно мощный. Так что, ребята, надо приготовиться. Как можно быстрее сейчас накопить маны. Слушай, а может быть нам жнеца, ребят, с вами здесь вызвать? Что скажете? Давайте попробуем. У него, я смотрю... Ой-о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 й. Куда? Что делаем-то, ребят? А, мне тут... Ой, все. Я сфейлился, ребят. И я тут, блин, сфейлился. Он стрельнет по базе, да? Ты смотри, что сделал, ребята. Он смертельным хрипом нанес атаку по моей базе. Ладно, я буду ускоряться.
потому что здесь переигрывать однозначно надо. Да и брать, по-моему, здесь нужно другой совсем отряд. Совсем другой отряд. Этот здесь не прокатит. Вообще никак. Ты посмотри, они просто захиливают. Успевает их... Оу! Да ну, завязывать уже. Я просто хочу пройти этот этап. Да, пускай я проиграл, но пройти этап мне дадите или нет? Ага, поехали. Теперь фаербол. Теперь, ребята, ускорение. И жнец в довесочку. Ну-ка, давай-давай, жнец. Руководи балом, нормуль. Ну что, ребята, я могу сказать одно, что мы с вами пройдем этот этап, но переигрывать нам все равно придется. Блин. Хорошо, давай сделаем так. Не надо мне никуда пока передвигаться. Мы сделаем с вами по-умному. Возьмем вот этот отряд. Кстати, я не могу понять, почему у меня в этом отряде делает зомби. С какого перепуга он мне здесь нужен-то? Ой, я опять... А, нет, все нормуль, нормуль. У нас есть маг-рыцарь, который может подбивать воздушные цели. Я что-то немножко пужанулся. Так, и если мы еще в придачу с вами отправим чумную летучую мышь, это будет вообще великолепно. Это будет имбище просто-напросто. Давай, тыч! Почему отражение не врубаешь, а? Так, ладно, предположим. Блин, да что ж не то-то? Что-то, ребят, не то. Ульта поехала. Так, отлично, тут разобрались мы с ними. Ну что, я буду призывать сейчас ведьму, если, конечно, понадобится. Понадобится. Смотри, атака, ребята, да? Не в пример, конечно, как грифон бомбит и чумная летучая мышь. Ну-ка, оп. Да куда уж там. Захотел он чего. Так, мы заморозили, да? Паладина. Хопа. Ему не жить, естественно. Жрица здесь ничего не сделает. Кстати, карточки на жрицу нам нужны, ребята. И базенку. Базенку разобрали. Замечательно. Ну что же, давайте, ребята, переходить на третий этап. Здесь у нас фехтовальщик. Фехтовальщик, да, значит? Этот отряд здесь бесполезен, это однозначно, поэтому придется этим доигрывать. Фехтовальщик, если мы с вами успеем призвать мага-рыцаря, в чем я немножко сомневаюсь, нам придется тогда играть, наверное, через Ронина или через зомби-взрывника. Тут два варианта. Но я думаю, что мы все-таки должны успеть. Да, мы с вами успеем. И надо сейчас думать уже, кого следующим вызывать. Тыч, упал Ханорик. Карточку, спасибо, забираем. Так, подожди. Давай попробуем вот так теперь сделать. Зомби, мало ли он нам, ребят, здесь пригодится. А он может нам пригодиться здесь. Так, минусанули. Ну тут обмен. Понятное дело. Воу-воу-воу, Ронин побежал. Худжиш. Он довольно неплохо бомбит, ребят, на самом деле, Ронин. Смотрите, шинкует. А вот это уже плохо. Вот это уже, ребята, плохо. Ну, смотрите, он сейчас бомбанет с удара, интересно, чумную мышь. Просто на 10 тысяч бомбанул, представляешь? А вот с ведьмой-то ему как раз, ребята, и не совладать. Мы еще ультой себе поможем. Помогли, блин. Так, минус. Еще минус. А, отлично, пошла моя бригадушка, пошла на разборки. Хоп, фехтовальщика как будто здесь и не было. Плюс ураганчик, плюс чумная летучая мышь. И вообще, ребята, будет имбовенько все. Смотрите, я еще и камикадзе сюда призову. Зомби. Так. А все, хана ему, ребята. Он не успеет ничего сделать. Замечательно, я могу сказать вам. Ну что же, мы продолжаем. Предпоследний этапчик. И здесь, блин, здесь 97 уровня сам маг появляется. Ой-ой-ой, что же делать тогда? Попробовать, может быть, этим отрядом. Давай попробуем. Здесь, по крайней мере, у нас что выручает? Расстояние между базами. Оно увеличилось. Поэтому я могу здесь спокойненько, ну, хоть как-то отстроиться. Главное, чтобы грифа, ребят, не полетел не вовремя. А то будет очень бобо. Поверьте мне. И мой грифон, конечно же, проигрывает вражескому. Ну, по здоровью, элементарно, ребят. Просто по здоровью. Так, если мы успеем сейчас с вами призвать жнеца, я не знаю, получится или нет. И сможет ли он подбить паладина. Я почему-то сомневаюсь в этом, конечно. Но попытка не пытка, давай попробуем. Фаербол, если что, у меня, ребята, есть. Я также попробую сейчас вызвать, а вот так вот сделаем мы. Отлично, там уже, по-моему, маг вышел. Я слышу, да? Да, это крихтуна вызвали. Так, хорошо. Вот, ребята, и грифон. Пошел, пошел. На-ка. Отлично. Моя армия, ребята, созрела. Да, у жреца, ребят, я вам скажу одно. Очень малое количество здоровья. Очень маленькое.
То есть его буквально быстро можно разобрать. Это невыгодно для меня. Дедушка хоть и не такой, как говорится, по атаке, да, и призывать никого не может, но он сам по себе сильный и станет. Так что тут еще спорный вопрос, кто лучше, женец все-таки или дед. Так, ну что, у нас, ребята, здесь епископ, да, который бросил нам вызов. Да я даже не знаю. Ну, давай, можно попробовать вот этим, ребята, отрядом. Но, опять же, меня смущает здесь грифон. Грифон смущает своей вот этой вот пулялкой, а у меня из воздушных юнитов только лишь всадник на журавле. Но все равно, я думаю, что епископа мы сможем здесь выиграть именно друидкой. Хотя и женец, наверное, тоже бы смог бы выиграть. Так, вот куда вот этот вот охламон прет? А? Вот куда вот он идет? Неужели он не знает силу паладина? Сейчас он ее узнает, ребят. Так, вот жалко, что паладин не может вешать щит на себя. Это немножко расстраивает, да? Так, хорошо, давайте попробуем сейчас призвать уже друидку, и тогда будем здесь разносить всех. Так, подожди, всадник на журавле мне нужен. Всадник, блин, на журавле, бомби грифона. Пожалуйста, забомби этого грифона. Отлично, все хорошо у нас. Ну что же, как вы понимаете, друидка у нас уже на подходе. Остается только лишь разбирать вот этих всех сосунков. Блин, мага не хватало здесь, массовика-затейника. Ох, как он тут жарит, ребят. Ну, где хилищие тотемы? Я не вижу. Да ладно тебе, вы хотите сказать, что я не пройду? Ну-ка, давай этого говнючка сюда поближе подтянем и накажем уже. Минус, отлично. А вот, ребята, и епископ вышел. Но у нас очень мало времени. У нас с вами времени мало, блин, для того, чтобы разобраться с этими охламонами. Так, давай, продвигаемся. Так, давай еще одного всадника на журавле призовем. Вот, епископ, ты и попался. Вот ты, гаденыша, попался. Сейчас мы тебя разберем. Ага, маг вышел. Мага мы сюда подтянем. Так, замечательно. Ну что, ребят, как думаете, сможем, успеем? Да, по-моему, успеем. 40 секунд у нас в запасе, и база уже, вот она, прям перед нами стоит. Все, пошел расколбас. Да, отличненько. Ну что, ребятушки, мы прошли с вами еще одну территорию. Это у нас подданные. И что нам отсюда выпадет? Эльф. Ну зачем мне эльф нужен, а? Я не понимаю, ребят. Ну что же, территория захватчиков. Так что, ах ты, опять у него здесь страж. Страж и жаба с пушкой. Блин, как же я не люблю этого стража, ребята. Он на самом деле, пускай у него атака не такая сильная, но мощей у него в плане пробивной. Фиг его пробьешь, ребята. Запаришься, будешь бомбить его до потери пульса. А когда еще сзади стоит пушкарь вот этот вот, это вообще не айсово на самом деле. Так, ну что, кого он сейчас будет вызывать? Да он будет всегда по стандарту, ребята, действовать. Естественно, пойдет страж. Вот он, родной, идет страж. Блин, ну у меня выбора нету, ребят. Конечно, здесь надо было бы, наверное, вот так вот сделать. Нам нужно распилякать его как можно быстрее. Так, подтягиваем. Блин, да что не так-то опять, а? Так, всадник, давай бомби, как никогда. Что ты там тютюкаешься с ним? Фух, нормуль. И, ребят, теперь будем призывать друидку. Все. Вот такой комбинацией мы должны с вами как-то одолеть врага. Тотемы стоят. Отлично. Что-то там, по-моему, очень много этих, ребята, пушкарей. Надо их, говорю, немножко подтянуть. А тут тотем сработал на них. Да-да, этот тотем, ребята, наносит урон. Красный. Ну что, по-моему, все у нас замечательно идет. Опять пушкарь вылез, а? Ну ладно, хорошо. Минусанули. Карточки, спасибо вам за карточки. Обожаю, когда мы с вами получаем карточки на тех персонажей, которые у нас еще не прокачаны по фулочке. Потому что мы с вами потом можем их апгрейдить. Ну что, ребятули, у нас... Ох ты! На втором этапе сразу дают тритона. Блин, это же плохо, ребят, на самом деле. Тритон, он же вешает защиту, он вешает отражение урона. Он вообще такой имбовый, хотя сам по себе ватный и ничего сделать не может. Он просто как вспомогательная фигня, которая ползает там где-то сзади и вякает еще что-то там против нас. Поэтому прыгуна у меня здесь нет. Я не знаю даже, как нам тут сыграть-то, если честно. Вызвать друидку в первую очередь, как вариант, в принципе, ребят. Мы, наверное, попробуем так с вами и прокрутить этот моментик.
Блин, жаба с пушкой идет. Жаба с пушкой идет, ребят. Главное, чтобы не очень быстро заколбасили мне. Итак, следующее. Давай, иди сюда. Подтягиваем, подтягиваем этих хламонов. А он, ребята, кстати, и тритон был. Так, тотемы. Молодцы, тотемчики работают. Так, паладин мне здесь нужен, наверное, да. Как вспомогательная боевая единица силы. Мы его вызываем. Так, тритон там, да? Воу. Он погиб, ребята, от этого тотема. От красного. Ну что же. Пока вроде бы неплохо. Но опять этот тритоша идет, а? Вот достал он. Давай его сюда подтянем поближе к нам, чтобы дотянуться до него. Все. Двигаемся, ребятули, двигаемся. Так, погнали. Посмотри, какой он, ребята. Ты посмотри, против него какая армия бомбит. И он все живет, живет и живет. Офигеть просто можно. Так, ну что, я думаю, что базе сейчас уже будет крантарики. Давай, ребятулечки. Офигеть игра, да, ребят, подглючивает. Когда вот такая вот фигня происходит, массовая. Начинает просто не выдерживать, блин, движок игровой и начинает подглючивать. Так, ага, а здесь у нас прибавляется, ребята, бородавочник. Это плохо. Бородавочник — это всегда плохо. Потому что он может разбежаться и бомбануть в самый неподходящий для нас момент. Поэтому будем, наверное, с вами действовать таким вот образом. Если что, Джаггернаут, надеюсь, мне здесь подсобит. Кстати, зачем я зомби сюда взял в этот отряд, а, ребят? Кто-нибудь мне подскажет? Давай, наверное, вот так вот сделаем с вами для начала, да? Пускай пойдет у нас голем. Вот о чем я, ребят, вам говорил. Смотрите. Офигеть, а? Кто там еще вышел? Ага, жаба с пушкой. Соответственно, нам желательно бы, ребята, баллисту призвать себе в помощь. Потому что жаба с пушкой тут начнет сейчас куролесить. Ну-ка. Смотри, какой он ватный. Я имею в виду жаба с пушкой ватный. Упс, так, нормуль. Фаербол полетел. Ты-дыч, чтобы не вякали здесь лишний раз. Страж, я про него совсем забыл. Я совсем, ребят, забыл, что здесь страж. Ну что же. Раз не хотят по-хорошему, ребят, будем по-плохому. Я коплю на жнеца, да-да, именно на него. Не, давай, наверное, баллисту все-таки призовем. Мне кажется, от него больше эффекта, и он как-то лучше наносит урон. Бамс. Так, упал. Тут, наверное, еще и воблер будет, наверное, мне кажется. Хотя, вряд ли. Так, карточка на бородавочника. Вот сейчас будет замечательно все. Смотрите, грифона, по-моему, здесь... А, нет, жаба с пушкой тут есть. Да, поэтому он может нанести урон грифону, но вряд ли у него что-то из этого получится. Мы сейчас уже базу расколбасим. Смотрите, ребят. Последний выстрел, и все. Да шушукался он. Ну что же, мы с вами продвигаемся на 4-й эпизод. И здесь хищнец. Блин, вот не было печали, теперь хищница нам дали. Что будем делать с вами здесь, а? Кто может сопротивляться хищницу? Хм. Придется брать этот отряд. Придется брать этот отряд. Но опять же, не факт. Хищнец очень быстро выходит на поле боя. И если Ронин его не подобьет, а он должен его подбить, тогда все будет хорошо. Вот он идет, охламонище, ребята. Вот он вышел. Давай попробуем. Куда ты? Я не... А что? Как так произошло, ребят? Как так, блин, произошло? Я не понял, если честно. Почему? Да, Ронин, конечно, в одно лицо, ребята, забомбит базу. Но как вышло то, что Ронин не стал его бомбить, я не понял. Почему он просто проскочил мимо него? Такого не должно быть, ребят, по приори просто. Ладно, хорошо, я попробую, наверное, вот этим вот отрядом все-таки забомбить. Голем, не знаю, выдержит он или не выдержит. Квест завершен, тактик. Потому что кроме голема мне здесь некого, ребят, выставлять. Голем и Джаггернаут. Кто кого? Я не знаю, ребят, кто кого. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Так, ну. Два, не хватит, да? Тогда вот так сделаем, перестраховка, ребят. Еще хищнец. Да вы, блин, да. Ну и как? Неужели сфейлимся мы с вами? Почему ты не хиляешься? Во, во, отлично, нас просто это, ребята, выручило. Да блин. Хорош. Джаггернаут, Джаггернаут, выручай. Фух, повезло нам здесь. Он сейчас так и будет, наверное, нового с другим вызывать, да? Прыгуна за прыгуном, нет? Скорее всего, да. Вот и следующий, ребята, прыгунчик пожаловал тут. Ну?
Так, давай попробуем, наверное, все-таки ножница накопить. Фаербол, во-первых, бомбанем. Это раз. Опа-на, ты видел? Он себе взял, все здоровье восстановил. Офигеть просто, блин. Да ну, завязывай. Ты что, серьезно, что ли, вот так вот? Смотри, что. А, это, ребят, Тритон там балует. Да-да, это именно, ребят, Тритоша балует. Даже нет, давай, выходи. Вот так вот. Попробуем, ребята, с армией нашей бессмертных чувачков. Тихо, не надо прыгать. Так, загасили, нет? Я не пойму, там кого он там бьет. Голема, что ли, бьет? Карточку отдай сюда. Так, предположим, ребят. Слушай, ну, ужница, ребят, такая атака, ну, неплохая, я вам скажу. Тритон, ты должен нас апать, апгрейдить. Апать, апгрейдить, ну, в общем, вы поняли, да? Давай попробуем, ребята. У нас времени достаточно, поэтому можно не спешить. Фаербол. Так, хорошо, пока все хорошо, ребята. Мы дошли до базы. И начинаем, конечно же, ее потихонечку колбасить. Ну и все. В принципе, ребята, песенка его спета. Кстати, вы видели, да, жнец может призвать когтистого. И это хорошо. Ну что, все? Довыеживался хламон. Доигрался на гитарке. Ну что, ребята, последний этапчик. Здесь у нас, ой, здесь всего лишь навсего смотритель и хищнец. Опять смотритель и хищнец. Погоди, у нас энергии, что ли, нету? Вот, это единственный отряд, ребята, который еще может у нас подраться. То есть одна попытка. Либо мы проходим с вами, либо не проходим. Естественно, я хочу, чтобы мы прошли. Как ни крути. Так, начнет, наверное, с хищнеца. Главное, чтобы не бородавочник, потому что он может сейчас разбежаться. Нет, он вышел спокойно, и это, в принципе, меня устраивает, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хищнец, ребята, хищнец идет. Так, Палыч, я надеюсь, ты меня не подведешь здесь. Да, Палыч нормально, ребята, реагирует. Если бы, конечно, не отхиливался бы этот охламон еще через каждую секунду. Так, он, наверное, еще будет вызывать. Поэтому давай попробуем через друидку, ребят. Вот это все подтянем сюда, да? Подтянули. Так, замечательно. Карточки на бородавочника нам пригодятся. Поверьте мне, он у меня не прокачан еще по полной программе. Ага, хищнец идет. Ребята, хищнец идет. Ну. Ох, ничего себе, он дамажит. Друидка, фу, молодец, что отхил поставила. Умница, просто красавица. А так бы он ее зачекрыжил. Я вам серьезно говорю, ребят. А вон, ребята, и сам смотритель ползет. Твою же маковку. Пробиваем, пробиваем его. Кого он там... Кого он там захватил, не могу понять. А, тотем. Он тотем взял в плен. Ладно. Чепушила я такие. Не хочешь по-хорошему, будем, ребят, по-плохому с ним. Да что ты... Что он через каждую секунду, что ли, кого-то забирает к себе? Я не понял. Так, 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 так. Оу, нет, только не это, только не друидку. Прикиньте, ребята, он взял друидку. Фейл. А почему фейл-то? Твою же маковку, понял я, ребят. Друидка сделала тотем атакующий. И он нанес по базе урон. Представляешь? И мы с вами сфейлились из-за этого. Обалдеть. Да мы даже не только из-за этого с вами сфейлились. Мы даже по времени, по-моему, с вами не успеем. Скорее всего, так оно будет. Да. Базу мы вроде бы с вами вылечили, как вы видите, да? Но 20 секунд этого мало. 20 секунд этого мало. Для того, чтобы забомбить ему базу. Не вариант. Слушай, здесь нам поможет только наш отряд, который критует. Но его ребята вряд ли нам дадут сейчас. У них откат. У них там идет сейчас откатик в данный момент. Все, фейл по времени. Вот так вот. Вот тебе, ребята, и весь расклад до копеечки. Вы сами все прекрасно видите. Слушай, а тотем вот этот красный, он все-таки неплохой урон наносит. Я вот посмотрел по здоровью сейчас стража. Как у него оно уменьшалось. Я вам скажу, это имбово. Да, жаль, конечно, жаль. Жаль, что мы не получили, не получилось у нас пройти, ребят. Так, может быть, все-таки откатилась где-нибудь энергия? Пожалуйста, дайте мне энергию, дайте мне энергию. Нет, не дают, ребята. Ну что, тогда давайте я все-таки возьму сундук. А в следующей серии... Воу, 9 гемов.
А в следующей серии, ребят, я все-таки допройду этот уровень и будем уже разбирать с вами нежить. Так что всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков.